Приветствую всех на своем канале. Я немножко тут продолжу, и сейчас в этой части уже по психиатрии кое-что рассмотрим. Вот не надо, когда вот эзотерики какие-то, допустим, ну или их считают, или они даже так говорят, не посчитайте меня шизофреником. Знаете, это дурдом вообще-то вокруг на самом-то деле. И не вы шизофреники, а в общем общество такое вокруг. Поэтому иногда кажется, что люди настолько хотят верить и понимать только понятное и объяснимое, что уже какой-то другие измерения, другой потусторонний мир, да просто даже духовный мир, другие энергии вообще людей не интересуют. Поэтому представляете иногда, что вы в дурдоме, это лечебница, и вокруг психи. В общем, таких психов на моем канале я буду сразу блокировать, не будет. У меня только разумные люди, действительно люди, может быть, кто-то начинающие психологи, тарологи, нумерологи, психотерапевты, многомерные психологи. В общем, вам всем, я вообще поражаюсь, с какой скоростью и с каким количеством бреда вы встречаетесь. Ну вот просто, знаете, вот мое вам просто уважение и респект. Уважение, просто уважение за ваше терпение. Сейчас хочу, с чего же мы начнем? Хочу просто начать. Сначала давайте про панические атаки, я уже говорила, и быстренько сниму часть про панические атаки. Как с ними бороться именно не препаратами? Вообще это все у психиатра лечится, у психотерапевта. Смотрите мои видео ниже. Сейчас хочу сказать вообще, какие симптомы. Учащенное сердцебиение, одышка, нехватка воздуха, дрожь в теле, тремор. Дальше головокружение, боль в груди, может быть даже тошнота. Так, онемение рук, повышение или понижение давления, бессонница. Так, подавленное состояние такое, знаете, вот, ну как депрессивное, но причем постоянно. Деперсонализация, страх смерти и страх сойти с ума. Ну, то есть люди себя представляют, как будто бы вообще это не они, это не с ними, боятся стать сумасшедшими. Это, знаете, вот как отличить именно, что нужно лечить, это когда у вас ни день, ни два, ни три, допустим, неделя. Вот это уже ненормально, нужно...